Правительственный час на тему состояния и перспективы развития транспортной системы в Нижегородской агломерации и за ее пределами планируется провести 25 марта на заседании областного законодательного собрания. Об этом стало известно после видеоконференции Комитета по транспорту. На правительственном часе планируют обсудить проблемы, связанные с основными этапами модернизации транспортной системы, а также источниках ее финансирования. Одной из главных тем станет концепция новой маршрутной сети транспорта общего пользования агломерации. По итогам обсуждения будет принято решение направить в правительство предложение продолжить работу по обновлению общественного транспорта с помощью нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».